GROSTEL – итеративная криптографическая хэш-функция, одна из пяти финалистов конкурса SHA-3, организованного NIST. Сжимающая функция GROSTEL состоит из двух фиксированных 2-n-битных перестановок по ИКУ, структура которых заимствована у шифра ES. В частности, используется такой же ES-блок. Результат работы хэш-функции может иметь длину от 8 до 512 бит с шагом 8 бит. Вариант, возвращающий n-бит, называется GROSTEL-N. История. Алгоритм GROSTEL был специально разработан для участия в конкурсе криптографических функций SHA-3 командой криптографов из Датского технического университета. Первоначально функция называлась GROSTEL-0, однако для участия в финале были увеличены структурные различия между перестановками. Были изменены значения shift-bits в перестановке Q. Также изменениям подверглись раундовые константы в PIQ. Обновленная хэш-функция получила название GROSTEL. Однако, показав хорошую криптостойкость по ряду показателей, она уступала другим участникам финального раунда и не смогла стать победителем. Происхождение названия «GROSTEL» – блюдо австрийской кухни по рецепту очень близко к блюду, которое в США называют «хэш». Буква «О» в названии функции была заменена на букву «О» из датского алфавита, которая имеет такое же произношение. Особенности «GROSTEL» – байт-ориентированная SP-сеть. По своему строению она значительно отличается от алгоритма семейства SHA. Многие компоненты хэш-функции заимствованы у шифра ES. Также, как у ES, перестановки разработаны с использованием метода White Trail Design Strategy, главными принципами которого являются наличие у блочного шифра нелинейных замен, линейных преобразований, сложение ключей. Размер внутреннего состояния функции значительно больше, чем размер выходных данных. Это так называемый White Pipe Construction. Примеры хешей GROSTEL. Значение разных вариантов хеша от пустой строки 0 на 6 D3 от 29 до 279110 F3 от BD66 D2 0345 от 77 байт 1557 F5 D099 FS 0 C03 D6 2 BA 8 умножить на 10 в степени 6 D4 а 6633 в BD66 1053 C20 FA 87 D1 а 11 F39 а 7 в B4 а 6 C2 F 009 580 13 70 308 ФЭК 4 от 8 малое изменение. Сообщение с большой вероятностью приводит к значительным изменениям в значении хэш-функции благодаря лавинному эффекту. Как показано в следующем примере, 0xbad1f70 сантикайн дел 69 умножить на 10 в степени 0 кэф 3760 c3 в 93 884 289 до 84 к 13 70 миллиардов 3D 12 А 53 А 7 А 8 А 4 А 513 F 99 715 D 46 288 F 55 умножить на 10 в степени 1 B F 926 умножить на 10 в степени 6 D 084 А 0538 E 4 F 91 K F 2 миллиарда 21 миллион 452 921 9 миллионов 131 718 D